Телеканал КРТ представляє. Итак, читаем. Колонии – страны или области, лишенные политической или экономической самостоятельности. Ух ты, что ж это мне за страну такую напоминает? МВФ потребовал, США указала, Байден отчитал, посольство настояло на необходимости принятия закона. Да не может быть, мы это точно не колония. У нас и гимн есть, и вышиванка. Ошибка какая-то, смотрим дальше. Для обеспечения своего господства над колониями империалисты устанавливают администрацию своих чиновников, лишают местное население политических прав, захватывают в свои руки основные отрасли хозяйства, разрушают национальную культуру. Да, Саакашвили, Деканаидзе, Сгуладзе, Яреська, Супрун и прочее. Взятие под контроль иностранными советниками, в кавычках, судебной и правоохранительной системы. Угу. А наши правители разве не имеют несколько гражданств? Разве их детки не учатся, живут по Лондонам и Парижам? Имеем ли мы политические права, выбирая из своры одних и тех же? Почему нам запрещают социальные сети, а конфеты Порошен не запрещают, несмотря на несколько фабрик в России, в жутком государстве-агрессоре? А выборы с подтасованными законами и ручными результатами? Чего стоит только новый избирательный кодекс, в котором настолько путанный порядок голосования и подсчета голосов, что бедный избиратель рискует рехнуться прямо в кабинке. Конечно же, экономика, офшорный дерибан, продажа земли, полный контроль олигархическими группами над всей коммерческой жизнью, тотальная ресурсная, а также информационная монополия. Про культуру и социальную сферу стоит сказать отдельно. Культура уничтожается, и под видом аутентичности пропагандируется низкопробный, галицайский, суржиковатый хутор. Учебные заведения и медицинская отрасль сокращаются, несмотря на прямой запрет этого в Конституции. Как же иначе? Население необходимо сократить. То, что останется, должно быть здоровое и малообразованное для обслуживания господ, пушечного мяса и низкоквалифицированной работы. Читаем дальше. Большинство колоний представляют собой страны, богатые полезными ископаемыми и имеющие благоприятные условия для развития промышленности до сельского хозяйства. Однако империалисты препятствуют развитию промышленности в колониях, кроме добычи полезных ископаемых, первичной обработки сырья. Ну, проклятые коммуняцкие оккупанты. Им Путин что, денег заплатил, чтобы они такого понаписывали? Да еще в 58 году. Мы с холодной головой посмотрим на экспортную спецификацию Украины. Лес, руда, зерно, трудовые ресурсы. Блин, все как в 19 веке. Касательно промышленности, то почтим ее память минутой молчания. Она в виде металлолома давно уже вывезена к нашим стратегическим партнерам на Запад. Закончим же мы чтение данного увесистого тома, упомянув с благоговением и любострастием, а по-другому вольные потомки казаков не могут, нашу политическую элиту. Цитата. «В колониях сознательно поддерживается господство феодальных пережитков». Конец цитаты. Вот те раз, власть удельных князьков, Бурштиновая республика, Балогино-Сигаретная республика, приватизированная избирательные округа и целые партии. Все по учебнику, дамы и господа. Когда очередная откормленная рожа по телевизору вам рассказывает, что мы чьи-то там партнеры, то следует помнить, в партнеры выбирают равных. Батрак не партнер хозяину, что бы он там себе ни нафантазировал.